Свердлова. А сегодня вот нам Валерию Николаевичу поручена такая почетная миссия поблагодарить вас, ваш коллектив за выступление, которое показал ваш цирк в городе Элиста, Республики Калмыкия. Жители нашего региона очень рады такому выступлению. Были некоторые даже по два, по три раза ходили. Поэтому слова благодарности вам еще, вашему коллективу. Хотим сказать, что приезжайте к нам еще. Спасибо. Мы всегда, Калмыкия, Элиста, всегда рады вашим выступлениям. Мы понимаем, что это очень напряженный, тяжелый, каждодневный труд. Тем более, именно ваша специальность, когда вы работаете с дикими животными, мы смотрели, как вы там с ними обходитесь, гладите и даете там кусочек сахара, но все равно такую, будем так выражаться, кошку, не очень сахаром приучишь. Поэтому надо иметь, конечно, чувство ответственности, понимать животных, это самое главное. И Алексей Маратович попросил меня сегодня вручить вам благодарность за ваше выступление. Разрешите, я зачитаю? Благодарность Знапашному Мстиславу Мстиславовичу за вклад в развитие культуры и социальной сферы Республики Калмыкия. Глава Республики Калмыкия Алексей Орлов. 2 марта 2018 года. Так что огромное вам спасибо.